НАТО продолжит политику ядерного сдерживания. Об этом сообщается в итоговой декларации саммита Альянса в Вашингтоне. Прежде всего, это означает контроль над оружием массового поражения и его нераспространение. Также страны-члены коалиции договорились и дальше укреплять свой ядерный потенциал, в том числе путем его модернизации. Отмечу, в Вашингтоне проходит юбилейный саммит НАТО. Альянсу в этом году исполнилось 75 лет. В американской столице собрались лидеры 32 стран-членов Североатлантического блока. Следующая встреча запланирована на июнь 2025 года в Нидерландах.